Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Xamirqulov Murolam. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Azizlar, bugungi video rolikimizda Ulug'bek Rahmatullayevning taronalarini ruslarga eshittirib ko'ramiz. Tasavvur qilyapsizmi? Ruslarga eshittiramiz va ular ruslar qaysi tilda va nima ma'noni bildiradi ushbu taronalar? Ugaday qilishadi. Ya'ni bugungi video rolikimiz nomi Ugaday melodiya. Qani unda biz boshladik. Azizlar, agarda siz Qozog'istonga kelib chiqmoqchi bo'lsangiz, sizlarga har doimda Ikrom aka boshqa kim? Eng zo'ri kim o'zi hozir? Hozirgi kunda Ikrom aka bo'lyapti. Bitta telefon qilasizlar, migratsioniy sprachozorchining bo'lsa ham rishatka beradi. Uzbom TV'dan 5% chegirma bizdan. Хотите выиграть 100 рублей? Не, спасибо. Давай попробуй просто. 100 рублей. А что делать надо? Я поставлю музыку, ты будешь отгадывать, на каком языке он поет и откуда он. Просто отгадывай. На каком языке и откуда? Да, да. Ну, давай я попробуем. Поставлю. Есть три варианта. А может, вы предлагать даже будете его? Вот смотри, есть три варианта. Ты послушал песню? Ну. Хорошая? Тебе понравился? Очень. Вот смотри, три варианта. Таджикский, киргизский и узбекская. Давай третий. Узбекская, да? Да? Молодец. Попал? Да. 100 рублей спасибо. Получай. Дай. На-на-на-на-на. Оп. Хотите выиграть 100 рублей? Нет. Нет. Почему? Хотите, мы вам дадим 100 давайте рублей. Попробуем. Нет. Мы вам дадим 100 рублей. Нет. Нет. Спасибо. Да. Я задам просто вопрос. Если ответите, 100 рублей получаете. Я... Все элементарно, все просто. Давайте попробуем. Я сейчас поставлю музыку. Ты будешь отгадывать, откуда он и на каком языке он поет. Если ты угадаешь, ты получаешь 100 рублей. Ладно. Позориться, позориться. Давай. Я поставлю музыку. Есть варианты. Таджикский, киргизский, казахский и узбекская. Я сказала казахский. Узбекский. А, все, все, дай кулачок, дай кулачок. Все, молодец, она умница, она сразу попала. Нет. Возьми, нет, получи, получи. Давай я тебе поставлю музыку, ты будешь отгадывать, на каком языке поет он и откуда он. Попробуешь? Давайте. Это, наверное, таджикский, узбекский какой-то, да? Давай, одну вариант. Узбекский. Узбекский, да? Молодец, умница. Вот тебе. Не-не-не, 100 рублей. Получи. Вот. Спасибо тебе огромное, все доброго. Хочешь выиграть 100 рублей? Хочу. Я тебе поставлю музыку, ты будешь отгадывать, на каком языке он поет и откуда он. Давай. Не знаю, Казахстан какой-нибудь. Ну, почти. Есть три варианта. Азия. Таджикский, киргизский и узбекский. Послушай. Киргизский пусть будет. К сожалению, ты проиграла. Понимаешь русский язык? Да. Давай теперь мнение. Послушай немножко и скажешь свое мнение. Они различаются там. Они различаются звуками, да. Или что? Ну, давай, мелодия скажи... одна и та же, но... Смысл? Ну, мне кажется, да, по смыслу различаются. Давай свое мнение просто, субъективное мнение. Песня хорошая? Хорошая. Все, тебе нравится? Да. Если бы тот же человек дал бы концерт в Санкт-Петербурге, ты бы пошла? Наверное. Сейчас я тебе подарю билет. Ты пойдешь? А когда? 27-го. Хорошо. Ты точно пойдешь? Да. Это официальный билет Улугбек Рахматуллаев, народный артист Узбекистана, «Яблоко любви». Будет на русском все. И на узбекском, и на русском будет. Тебе обязательно там будет хорошо. Интересно. Ладно, все доброго. Дай кулачок. Манайзда уже бренчи билеты мы знаем. Соху басы болды. Можно вас на минуточку? Хотите выиграть 100 рублей? Вот, я сейчас вам поставлю музыку. Вы будете отгадывать, откуда он и на каком языке он поет. Если вы выиграете, 100 рублей получаете. Ну, давайте попробуем. Оп. Ну, честно говоря, какой-то восточный диалект, но, скорее всего... Три варианта.
Казахский, таджикский, узбекский. Ну, таджикский. Проиграли. Хотите выиграть 100 рублей? Да. Хочешь выиграть? А почему бы нет? Давай, я поставлю тебе музыку, ты будешь отгадывать, откуда он и на каком языке он поет. Давай попробуем. Давай попробуем. Давай. Слушай, не знаю, но это... Ну что-то не русское, это точно. Ты послушай. Не, ну... Ты родной язык забыла, что ли? Нет, ну это... Хорошо, это русский. Это на русском. Теперь откуда он? Ну точно не из России. Да, точно не из России. Теперь откуда? Варианты сказать? Да. Казахстан, Таджикистан, Киргизистан, Узбекистан. Четыре варианта, выбирай одну и получай 100 рублей. Не знаю. Давай попробуй. Давай удачи. Давай Карджик. Чего? Карджикистан. Киргизистан? Да. Нет, к сожалению, ты проиграла. Это было Узбекистан. Дай 5. Ладно. Узбекистан? Да, это Узбекистан. Ладно, все добро. Нет, не хочу. Я задам тебе вопрос, ты получаешь 100 рублей. А я не хочу. Это все просто или элементарно? Да, ну, я попробуй. Не хочу. Ну попробуй. Ну ладно. Давай, я тебе поставлю музыку, ты будешь отгадывать, откуда он и на каком языке он поет. Не знаю. Индия какая-нибудь, нет? Индия? Да. Смотри, варианты. Казахстан, Таджикистан, Киргизистан и Узбекистан. Казахстан, мне кажется. Проиграла, к сожалению. Это было Узбекистан. Все добро. Хотите выиграть 100 рублей? Просто задам вопрос, и ты получаешь 100 рублей. Да, хочу. Смотри, я поставлю тебе сейчас музыку, ты будешь угадывать, откуда он и на каком языке он поет. Попробуешь? Ладно. Ну, это на русском языке. Но он не из России. Теперь смотри, ты послушала? Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Таджикистан. Таджикистан. Не, к сожалению, ты проиграла, но ты все равно получаешь рублей. Ого. За участие. 100 рублей, ладно. Не, все равно, понимаете, участие – это самое главное. И не стеснялась она получила своего. Хочешь выиграть 100 рублей? Да, давайте. Давай, я тебе поставлю музыку. Ты будешь отгадывать, откуда он и на каком языке он поет. Ага. Попробуешь? Да. Если ты проиграешь, ничего не получаешь. Ладно. Давай. Понял? Понял. Узбекская. А? Узбекская. Нет? Ты узбек? Я нет. Откуда сразу так быстро? Потому что, блин, понятно. Понятно, да? Молодец. Ну ты даешь, дай 5. Молодец. Давай. Не, все. Денег не останется, а то. Не, айзда, ешь более танки. Тмоном лейки, серьезно. Юзруба сразу получил. Ну молодец, красавчик. Хотите выиграть 100 рублей? Задам вопрос, сразу получаете 100 рублей после ответа. Я поставлю музыку. Если ты угадаешь? Не угадаю. Ну, откуда он и на каком языке он поет? Ты сразу получаешь 100 рублей. Ну, давайте попробуем. Есть 4 варианта. Так. Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизистан. Есть варианты? А есть такая страна Киргизистан? Да. Киргизия. Киргизия. Да. Ну, Киргизистан это... А, понял. Да, Киргизия. Тихо. Ну, давайте Киргизия. Проиграл, к сожалению. Дай 5. Молодец. А остальное было? А? Это было Узбекистан. Давай. Мана айзла, жуда хам кызыкали кети апты. Чонте кури апты десек хам боле верады, но самый главный годный контент и годные. Сочные. Көчі қайот түрлемам, мана манды қамасы. Шу каналды топасан, видеоларның додасын. Узбон ТВ каналы, балан парвоз әтмокта. Каналының мұхлислары, тоғры елда кетмокта. Харакату баракат, дойым олға кетаман. Боз елімді тоқтамай, дальше давом етаман. Бом-бом, мана каналым Узбон. Әлі келі, ман өзгелі.
Bizni yo'qotmoq uchun ko'plab qilding harakat, lek qo'lingdan kelmadi. Hammasi qilingan fakt. Bir zarbada yo'q bo'lasan, uzoqdan tomosha qil. Uzbom TV номер 1, так что o'rningni bir. Qaytgancha muxlislarim yetarli, reklama kerak emas. Uzbom TV muxlislar, chin yurakdan kirsa bas. Chin yurakdan ko'rsa bas. Hayta do'stim, bir ortimga qara, hasaddan ko'ra, havas bilan qara. Qo'lingdan kelsa agar, bo'la qolgin bizde, bo'lib ko'rginda bizde. Uzbom.